Вот видите, как раз тут сферы и соединяются. Сейчас вот опять еще одна придет. Привет, привет, мои прекрасные друзья. Решила вам показать формирование наших сфер счастливой жизни. Видите? И потом, но здесь ограниченный объем, видите? А если это по земле, наши сферы, и потом благосфера, окутываем. Вот такая была идея сферического мышления. Решила вам прямо опыт показать. Строительство сфер. Сейчас еще одна придет. О. Вот так. Избавляемся от балласта. Вместо балласта строим счастье. Сферическое наше счастье. Голосфера приглашает вас к строительству благосферы вокруг Земли. Обнимаю вас сферической любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.